Друзья, всем привет! Сегодня мы отправились на рыбалку половить хищника на реке Аган. В этих местах я первый раз, решил разведать, посмотреть, какая здесь природа, какая рыба ловится. Но здесь, говорят, много окуня водится. Вот мы сегодня на окуня и отправились на спиннинговую ловлю. Сегодня, значит, у нас будет небольшой обзор. Это лодка Амалон и двигателя Марлин 9.9. Но с завода по факту он раздутый до 15 лошадей. Вот, лодка новая, она идет с полом. О характеристике немножко я вам попозже расскажу. Пока что мы прибыли на место, сейчас будем пробовать здесь ловить окуня. Ну вот, друзья, теперь немножко расскажу про лодку Амалон от X-Motors. Значит, у нее длина 340, кокпит идет у нее до 90 сантиметров. ПВХ очень качественно сделано. Это корейская ткань Voodoo, шестислойная. Баллоны, плотность ПВХ идет 1100, а днище у нее идет 1200. Значит, у нее есть вставляемый пол, трехсекционный, нет, не трех, а четырехсекционный. Значит, это, если брать конкурентов, это, допустим, лодку взять Ривьера, у нее толщина пола идет 0,9 миллиметров, а у такой лодки пол идет 1,2 уже миллиметра. Значит, качественно сделано, проклеено хорошо. Мне понравилось, никаких там потеков нету клея, там, то есть следов клея не имеется. Значит, вес у нее 40 килограммов. В сложном виде, в принципе, в машину легко может даже в какой-нибудь там Kia Ceed какой-нибудь залезть. То есть у нее размеры, конечно, я оставлю в описании, в собранном виде. Вот, такая лодка помещается легко в обычную легковую машину. Ну и в комплект идет также весла, что там еще, ну, ремкомплект идет, там инструкция еще имеется. Вот, ранец у нее усиленный, не как у обычных там, допустим, непрессованных опилок там нету. Там водостойкая хорошая, водостойкий хороший усиленный транец. Мотор на этой лодке стоит Марлин 9.9. Такой мотор, ну, регистрации не подлежит. Но он раздутый, с завода уже идет, он уже раздутый до 15 лошадей. Вот. Значит, это лучшая китайская линейка моторов. Запчасти на нее идентичные, можно сказать, взаимозаменяемые с Yamaha 9.9. Вот. Мотор имеет датчик моточасов. Сейчас я покажу, где он находится. Надо еще привыкнуть, как ее открывают. Ага. Вот. Вот, смотрите, здесь идет датчик. Но я не знаю, подключен, не подключен, я его не проверял. Он походу не подключен, но вообще он имеется. Значит, ставится, это как дополнительная опция. Хотите вам поставить датчик и будете следить за обкаткой двигателя, здесь будут уже начисляться, так скажем, часы, которые вы накатаете. Вот. Движок отличный.
прикольно прет, на глиссер хорошо выходит такая лодка. Вот. Вместимость у нее, у этой лодки, 4 человека. У мотора, значит, идет переключение вот такое скоростей. Вот, скорости включаются. То есть, когда сидишь, ну, удобно. Раз, включил, нейтраль поставил. Переднюю, вот задняя включается. Туда чпок. Но она сейчас не включится, потому что мотор заглушен. Вот, с ним идет бак. Груша, шланг с грушей. Бак на сколько литров, наверное, на 10. Ну, в принципе, это клиент, когда покупает, он сам выбирает себе бак. Вот. Ну, хороший мотор, отличный. Нормально, прет, короче, классно. Мне понравилось. И вместимость тоже вот хорошая. Мы вдвоем ездили сегодня. Места хватает. Ну, в принципе, как бы вот так вот вкратце рассказал. Вроде нормально. Вдвоем идешь, на глиссер хорошо выходит. Газулька тут очень мягкая, чувствительность поворота лодки тоже мягкая. Ну вот все вот так как-то, ребята. Ссылку оставлю в описании компании X-Motors, и все остальные характеристики в описании я также оставлю. Все параметры двигателя и самой лодки. Сегодня мы еще и порыбачили, успели порыбачить, немножко потаскали акушат. Вот они, где они. Ну вот, немножко еще и порыбачили, взяли акушат вот таких вот себе на копчение. Ну такие добротные, хорошие, приличные окуня. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь штук. Ну и, конечно, было очень много сходов. Вообще прям сходы и сходы. Были крупные экземпляры, прям чувствовал. Ну все, друзья, ладно, с вами прощаюсь. До следующих рыбалок, до следующих обзоров. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Вот. Всем счастливо, ни хвоста, ни чешуи. Всем пока.